отчет губернатора уже представлен в законодательное собрание, его можно проанализировать, поэтому у нас, как у фракции «Единой России», было для этого все возможности. Отдельные вопросы, которые возникали у депутатов, мы дополнительно уточнили, соответственно, в правительстве и направили в адрес губернатора. Пока же можем сказать, что для нас по итогам 2016 года объективны и очевидны как бы те успехи, которые получил бюджет Ульяновской области. Мы получили практически 56 миллиардов бюджета. Это говорит о том, что действительно территория Ульяновской области развивается активно промышленность. Индекс роста промышленности 108%. У нас виден рост в сельском хозяйстве. И, соответственно, исходя из всего этого, мы говорим об уровне благосостояния граждан. У нас растет средняя заработная плата по региону. Она на сегодняшний момент составляет 23,5 тысячи рублей. К этой средней заработной плате мы, соответственно, подтягиваем, согласно указу президента, заработные платы наших бюджетников. Поэтому на сегодняшний момент итоги 2016 года фракция «Единая Россия» признана удовлетворительными, работа губернатора в этом направлении признана положительной. Конечно, во время отчета нам бы хотелось услышать не столько цифры о 2016 года, сколько те направления, стратегические направления, которые мы будем использовать в 2017 году, для того, чтобы, с одной стороны, преодолевать все-таки сложные финансовые ситуации, которые есть у нас в рамках страны, а с другой стороны, не останавливаться в развитии, двигаться по направлению социального ориентированного развития нашего региона.